Продолжаются наши соревнования, и на поле поспешили выйти Сбербанк и Меридиан Энерго. Обе команды сегодня уже играли. У Сбербанка два матча. 1-1 ничья с Газпром Энергохолдингом. И 1-3 поражение от Татнефти. Меридиан, в свою очередь, в ничью сыграл с Газпром Энергохолдингом. Так что все команды сегодня очки теряют очень активно. Первый вынесенный тур получается на удивление или предсказуемо. Здесь каждый определит для себя сам. Но самое главное, что получается интересный, активный и интригующий. Мяч попал в защитника после удара голкипера Сбербанка. Хороший отбор Меридиана и ответ от Сбербанка. Три-два, контратака Меридиан. Для Сбербанка это заключительный матч сегодня. Вратарь сегодня самый результативный по ударам. Смотрим, какая будет статистика по голам по окончанию игры. Поле был. Полностью линию не пересек. Еще один удар Сбербанку. Как давят-то они сегодня. Здесь фол. Нарушение правил Меридиана в непосредственной близости от штрафной. Около 8,5-9 метров до ворот. Удар пришелся вратаря.
Снова через вратаря. Снова от него удар. А мяч что мог полететь и в ворота. Добивание. И там еще была небольшой тычок от игрока Сбера в сторону ворот. Меридиан давненько мы не видели в атаке. Мяч упущен за линию. Много сил Меридиан потратил в матче с Газпром-энергохолдингом. Даже кажется, что сейчас сил-то как раз и свежести не хватает игрокам. И после добивания в перекладину мяч летит. Сбербанк уже не в первый раз не везет. Последние секунды первого тайма. Итак, перерыв. Ждем продолжения матча. Макс, здорово!
не успели мы буквально объявить о его начале, как он стартует взятием ворот со стороны Меридиан Энерго. Отличную комбинацию, стремительнейшую провели. И вот так вот будет нас, будет Сбербанк, который тоже, кажется, не совсем удачно во вторую десятиминутку вошел. В общем, зажгли ребята после трех таймов не самой зрелищной игры. Здесь имеется в виду встреча Меридиан Энерго с Газпром Энергохолдингом и первая десятиминутка данного матча. Ну вот, наконец-таки, что-то нас заставило проснуться. Такой лучик света, настоящей борьбы. Просто тактика: упал, побежал спорить с судьей, забил. Про тебя забыли. То, что ты за полем стоял. Ну ты сюда, наверное, приноси или как-то... Мне кажется, никто не брал браслет. Я не пойду. Сюда, потому что нет рулата. Нет. Мне кажется, никто не брал браслет. Ну, вот сейчас скажите, что подошли после игры. Понял. Номера кто-то записывал, какие я не разбираю. В смысле записывал? Попадание в штангу здесь тоже неожиданное. Давай, Лёха, блин, поджимай! Поджимай еще! Кажется, что сбербанковцы обескуражены тем, как Меридиан начал второй тайм. Здесь надо ребятам отдышаться, может быть, даже имеет смысл взять тайм-аут тренеру Сбербанка. Здесь нарушение правил и, ну, желтая карточка. Нельзя сказать, что это фол последней надежды. Хотя, конечно, если бы остался игрок с мячом, ну, какова вероятность того, что он послал бы мяч в сетку? Ворота-то никем защищены не были. Внимание, уважаемые спортсмены и зрители, напоминаю, что сразу по окончанию матча ждет нас розыгрыш лотереи. Большое количество отличных призов подготовили организаторы, поэтому, если кто-то еще не успел получить специальные оранжевые браслеты, то проходите к нам, к судейскому столу, и эти браслеты получайте. Берите, надевайте на руки. Повторю, розыгрыш призов сразу по окончании матча, то есть уже через 5 минут и 27 секунд. Сбербанк мяч разыгрывает. По-прежнему они в счете отстают. Но сравнивают его. Вот на секунду буквально футболисты Меридиана остановились. Встали на прямые ноги. Подумали, что момент окончен. И жестоко были за эту оплошность наказаны.
1-1. И удивительные ждут нас 4 минуты матча. Вратарь успел сократить угол обстрела. И удар по воротам в исполнении Сбера. Белые! Почему ваши белые? Продолжает Сбербанк штурмовать ворота соперника. И выходит теперь уже полноценно полевой игрок вместо вратаря у Сбербанка. Это уже даже больше, чем ва-банк. Совершенно Сбер ничья не устраивает. По крайней мере, играют они исключительно на победу. Все 4 футболиста поучаствовали в этой атаке. Ну, отличный момент сейчас у Сбербанка был. Ну, вот и Меридиан показывает, что тоже участвует в этой игре. Пятьдесят четыре секунды стоят часы. При остановках в игре последняя чистая минута идет. Нужно подниматься. Игрок быстро понял, что не будет свистка, и поэтому даже свой непродолжительный возглас прекратил. Слушай, а браслеты еще есть? А то сейчас они налетят. Какой момент за 10 секунд до финального свистка. И тайм-аут берет Сбербанк. Два. Да. 7-14. А? 7-14. Ну да, да, получается так. Запишите. 440-470. Цифра с 440 по 470. Ну что ты мне за дичь диктуешь? Так, Синей сейчас, звали. Подожди. Минуты. Так, максимальное сейчас сначала записываем, да? 470. Можно было просто 70.
У нас, блин, два, походу. Ну как мы будем разыгрывать? Ну, сделаем, называть, да. Ставим один. Ты не будем? Не будем ничего, да? Один интервал. Ну один интервал в объем и все, и до свидули. Это моя лотерея, понимаешь? 10 билетов, что ты, они не так часто будут выпадать. Как раз плотненько пойдет. Последние секунды взяли тайм-аут сберовцы на раздумье, и вот он, результат всех мыслительных процессов. Ну, наверное, задумывали они что-то более яркое и фееричное. Время, отведенное на матч, окончено 1-1.